Не думали, не гадали рабочие производственного объединения «Радио Реле», что с сегодняшнего дня каждый третий из них будет отправлен в отпуск на месяц без содержания. На что же жить? Хотя здесь и зарабатывали не густо, в среднем 40 тысяч. Да было хоть что-то. На предприятии сократили половину инженерно-технического персонала, уволили всех военпредов. А вот данные о средней заработной плате на некоторых предприятиях и учреждениях. Оказывается, сегодня больше всех зарабатывают банковские служащие – до 200 тысяч. Водители троллейбусов и трамваев горэлектротранса имеют вдвое меньше. Рабочим на конвейере ХТЗ жалуют 70. Столько же получают сборщики завода «Серп и молот». Не более 50 тысяч в месяц зарабатывают швеи фабрики имени Тинякова. А ставка медицинской сестры – 30 тысяч карбованцев. Куда идти дальше?